Итак, друзья, я вас всех приветствую, и сегодня у нас посылочка с Энда. И это у нас небольшая подборочка вещей Equipment, Adidas Equipment. Получается, им исполняется 30 лет, и вот решили они нас порадовать такими вот вещичками. Пока что на русском Adidas их нет. Сейчас немножко переставлю камеру и начнем. Так, приходит нам все вот такой, значит, коробки. Огромный просто, я вообще похож на ноутбук. Приходит Федексом. Так, доставка у них стоит 1800, но это не какая-то акция, была еще бесплатная доставка. Ну, собственно, вот и коробочка, и коробочка. Берем наш чудо-ножик и аккуратненько пробуем вскрыть. В русском Adidas есть, конечно, позиции, но такие же позиции также есть и на Энди. Также там есть кроссовки, но, к сожалению, 91-х метров, которые я хотел. Так что попозже закажу себе 93-е. Так, ну вот такая вот коробочка. Прям вообще по красоте. Вот так вот как все выглядит. Не шугайся, кот. То есть, видите, Xbox вас мануфактурит в UK сделан. Не запакован в UK. Так, нужно скотчик здесь скрыть. Все серьезно. И нашим Adidas, конечно, нужно поучиться. Они обычно в постав пятерочки закидывают все это, потом все мятое, как из жопы. Ну, это Adidas Россия. Это там и цены, если уж на то пошло, и не брать доставку в расчет, то цены просто в разы дешевле. Ну, там, я был так вот, чтобы не врать на скидку, там у нас толстовка, например, 8 тысяч стоит, там 6 чем-то. Вообще охренеть. Ну, НДС наш и прочее. Ничего себе, конечно, красиво. Так, конвертик с личными данными. Ну, там, не знаю, что там еще. Ну, кто помнит, я респонсы X, так называемый, оттуда заказывал. Так, здесь тоже заклеен. Ну, прям красиво. Прям как будто из ЦУМа. Я ни разу ничего там не покупал. Я слишком беден для такого. Так, там создается эффект дороговизны, согласитесь. Надеть надо, чтобы все видно было. И вот, что нас здесь ждет. Ну, затарился я прям знатненько, так сказать. Получается, это у нас кепка новая, из новой коллекции. Сейчас ее посмотрим. И по очереди будем смотреть. Больше всего меня ветровка интересует, потому что ветровка здесь просто пиздец какая дорогая. Она там в районе 9 тысяч стоит. Это я хрен знает, там она с телевизором или что. И она, есть вероятность, что больше мерит, и тогда я жестко попаду. То есть придется ее перепродавать, или что, потому что как бы в Англию отправлять обратно. Вот, давайте по очереди прям распаковывать все. Ну не прям все, футболки тут три одинаковые, так что одно распакуем. Так, что у нас по кепочке? Так, кепочка по материалу. Ну, блин, не знаю, она вообще странная какая-то, у нее козырек. Если там изогнуть вот так, то нормально. А так, вышивка очень качественная, как всегда. Вот такая вот здесь. Такая еще зеленая там есть, и у нее тогда вот эта штука черная будет. Сзади, обратите внимание, она на пряжечке, вот на такой. Этикеточка, прямо как на архивных Adidas. Цвет, все четко. Так, и что по этикетке? Блин, этикетки крутые. Так, и вот у нас 21 год. По ценам посмотрите на Энди. То есть врать не буду, что сколько стоит. Сейчас достану свою старенькую. То есть старенькая у меня есть вот такая вот. С 93-ми здесь хоть Якитей написано, но что-то это какой-то такой себе Якитей. Мягко говоря, это какой год у нас? 15-й. Так себе, в общем, это на Якитей очень удаленно походит. И вот такой вот трушный Якитей. То есть вот это вот вообще классно. Это у нас получается вот такая вот прям патч здесь сшит. Это у нас 16-й год. Вот она как раз так как-то вот и походит на нее. Ну какая лучше, даже не знаю, с большим или с маленьким. Козырек. Козырек, да, странный. Он какой-то прям как круглый. То есть видите, здесь вот ну, классические, а здесь круглый. То есть как это будет все смотреться. Если вот так согнуть, то неплохо. Судя по тому, что здесь не очень складки образуются, то, возможно, так и должно быть. Но не знаю. Надо будет посмотреть. Следом идут носки.
Ну, по носкам я даже не знаю, что сказать. То есть, ну, носки, вышивка максимально такая олдскульная, косенькая, кривенькая. Cool Max там что-то. Не знаю, есть смысл это вообще распаковывать. Ну, одевать я их точно не буду, это высокие носки. Они так вообще довольно-таки дурацкие. И как-то сделан, чтобы на витрину можно было вешать. Вот такие вот. Ну, на ощупь очень приятные. О, ничего себе. Ну, вот это они, конечно, заморочились. Внутри вот такие вот вышивочки у нас есть. Носки только белые. Размер M. M это я не помню, какой размер. Ну, ноги. Ну, в общем, как-то вот так. Этикеточка, кому интересно. Ну, типа трушный, да. А, это 40-42. UK, короче, ну, 6,5-8. Так как они здоровые, если на больший размер взять, там уже по 46, там уже реально получится какой-то этот. Носочки у нас две пары. Ну, что, гулять так гулять. Так, следом у нас как раз идет ветровочка. И вот самое интересное. И самое дорогое. Подойдет ли она? Как думаете? Подойдет ли? Блин, если нет, то это жесть. Ну давай что-то. Сейчас оценим. Блин, материал классный, такой винтажный, как жеванный прям. Так, этикетка она, ну да, тоже все полскульненько. Это у нас рисунок. Нанесен по размеру, пока непонятно. На плече здоровенный патч. И самое крутое на спине. Блин, ну это вообще вещь, конечно. Сейчас посмотрим. Блин, крутые штуки здесь. Фурнитура по бокам, фурнитура качественная. На конце кольцо, походу, металлическое. Такое даже не видел ни разу. Так, что она себе еще представляет? Шнурки зеленые. Ну, это как на толстовках вот этих новодельных Adidas. О, нифига себе. Молния как тоже как на толстовках. Пластиковая. С такой вот штучкой дермантиновой. И даже какой-то ретро-резиненный. Так, это я брал размер L, то есть я как бы так и ношу L размер. Ну, вот этот вот винтаж, например, у Рибок, он бывает дико просто больше мерит. Так, подклад у нас вот такой вот. Зелененькая сетка, блин, классно. Что ж, ну, этикетки. Это все вот тоже как на толстовочках, имеется петелька. Капюшон с козырьком, кстати. Ну, материал классный. Если к нему, мне кажется, шерсть будет пролипать, такой карман, что... Карманы, молния YPK, как на классических ветровках, вот такая вот штука, чтобы там у вас спина дышала. Там тоже подклад. Блин, пока вообще зачетно. На рукавах утяжки, конечно же, присутствуют нитки кругом. А, кстати, прикольная утяжка с петелькой. Так, сейчас смотрим еще какие-нибудь особенности. Что-нибудь особенное. Ну, я уже вижу по размеру, что она, скорее всего, будет даже мало мерить, а не больше мерить. Запах какой-то странный, какой-то прям винтажный, тоже винтажем запахло, господа, запахло винтажем, молния здесь вился, кстати, ну ой какие, да, блин, ну сделано аккуратно, ниточки пообрезать, заморочиться и все, она не больше мерит, сидит идеально, блин, мне прям нравится, то есть она такая широкая, приятный крой, свободный, блин, классная вообще. Ветровка вообще огонь, но по деньгам не знаю, стоит она того, не стоит. Как бы надо посмотреть. Потом у нас футболочка идет, это из новой линейки, то есть были такие 16-го года, есть форсовщики продаются, это вот новенький, тоже вопрос по размеру, это у нас синяя, черная и белая, так, какую мы сейчас распакуем и посмотрим, так, на коробочку все у нас, ладно, пусть полежит для красоты, окей, ну давайте,
синюю, например. Просто вот обратно, сами знаете уже. Блин, кстати, пакеты, заметьте, не просто заклеены, а еще на этой, на изоленте. Фу, не изоленте, а скотчем. То есть прям вот его бесследно, короче, не открыть. Если что-то открываете, то все. То все. Так, что у нас по футболке? Так, ну... Футболка должна быть тоже вроде нормально, но может и больше мерить, как и все здесь. Так, вот такая вот этикетка. Ну, честно, знака здесь нет, так как это не для России вещи. Этикетка в боку есть. Но 16-го года, вот у меня которых там сбоку нет, там все вшито в это. Да, есть этикеточки. Вот такой вот патч. Вот так все зелененьким прошито. Подложечка сзади очень все аккуратно. Футболка вообще прям аккуратно сделана. Охренительный просто принт. Прям четкий. Ну посмотрим, больше мерит или как. Да, ребят, мы видим, что футболка просто потрясающе сидит. Напоминаю, это L, как бы, ну я и ношу L. Просто есть вещи, которые, ну реально, очень сильно больше мерит. Есть маломерит, но винтаж обычно он больше мерит. Потому что раньше все-таки размеры были не как сейчас. Например, старых вещей я могу и M одеть спокойно. А у современных M, извините меня, он уже прям просто в обтяжку. Ну, непосредственно уже в России Adidas представлены. На Инди тоже такие имеются в виду. Вот такие вот толстовочки. Есть такая синяя, зеленая. Но я взял только серую. Возьму похоже, может, другой. Я просто не знаю, вещи как бы такие вечные довольно-таки. Куда их носить? Плюс они по толщине просто ужас. Плюс у них просто начес вот такой вот литейший. Такая вот зелененькая есть там сейчас и в русском Адидасе, и на Индии, и думаю, на других сайтах. Это получается как игра в кальмара, расцветка. Классный довольно-таки, тоже много нюансов, видите. Петелька вот такая. Ну, по этикеткам все прям мега винтажно, мега архивно. И вот такая вот черненькая с молнией, как на ветровочке. То есть такой же, таким же хлястиком. Вот так вот сделано. Тоже сшито из двух половинок. Единственное, карманов не хватает вот здесь. Ну, прикольно. Вот такой вот эквивмент. Ну, смотрится это все как бы вполне себе зачетно. Ну, а на это, пожалуй, все. Кому понравилось, ставьте лайк. Всем эквивмента!